Fucking awesome! It's fucking awesome. Ну что ж, дамы и господа, всем привет! С вами духовая банда Just Brass. Всем спасибо за то, что подключили к сегодняшней трансляции. Мы будем вас радовать хорошей музыкой. Ну что ж, теперь еще раз всем привет, огромное спасибо, что подключились. Я напоминаю, что мы ведем трансляцию на YouTube-канале «База DM». Хотелось бы сказать огромное спасибо всем людям, которые сейчас только что подключились. Ну, теперь я могу сказать, что с вами духовая банда «Just Brass». Прошу любить и жаловать. Ну а мы продолжаем. Вы знаете, следующая песня, она про любовь. И хотелось бы сказать, мы знаем, где живет любовь. Вот в этот момент обычно полагается хлопать. Дорогие друзья, надеюсь, вы будете подпевать. Давайте все вместе.
Спасибо, на самом деле, так непривычно слышать после песен аплодисменты, но я надеюсь, вы, конечно же, хлопаете по ту сторону экранов. Также, дорогие друзья, хотелось бы сказать огромную благодарность, что мы здесь сегодня находимся, поэтому хочу сказать большое спасибо Дому молодежи и также творческому, не творческому, а просто объединению подросток. Спасибо вам большое. Ну а мы продолжаем. Следующее произведение, оно является очень таким топовым на самом деле, поэтому мы его решили взять к себе в репертуар. Точнее, хотелось бы сказать, что его исполнительница — это замечательная певица Maruv. Следующая песня называется «Focus on me». Поехали. Спасибо большое. Хотелось бы, конечно, аплодисментов. Действительно, нам очень непривычно. Ну что ж, мне тут подсказывают, что, по-моему, появились какие-то вопросы, если не ошибаюсь. Я просто не вижу никого. Или нет? Наверное, нет, еще не появились. Ну что ж, давайте перейдем, наверное, к следующей песне. Следующая песня, она очень известная, и поэтому еще раз хочется сказать большое Дому молодежи и объединению подросток. Здесь так красиво. Действительно, действительно, здесь так красиво. Здесь так красиво!
том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, будто пальмы в алом закате. Мы на гребне волны скользим и гасим. Все, что так долго копили, тратим. Все, что так долго копили, нам придется сегодня потратить. Здесь так красиво. Сейчас будет очень хорошее соло на саксофоне. Дорогие друзья, приготовьтесь попевать и танцевать вместе с нами. Лали-лали-боп, лали-лали-лали-боп. Здесь так красиво. Спасибо большое. Ну что ж, теперь точно, я думаю, можно пройтись будет по вопросам. Я надеюсь, все знают, что сейчас ведется трансляция, конечно же, еще и в Инстаграме. Его ведет канал «Русское радио Казан», если не ошибаюсь. Так что тоже можете войти через Инстаграм и посмотреть нас. Свои комментарии можете оставлять там же. О. Ну что ж. Пройдемся, наверное, по вопросам. Расскажите о создании группы, как собрались и с чего все начиналось. Ну, собрались мы, если не ошибаюсь, по-моему, 3 года назад, да? У нас недавно был день рождения, Амир. 3 года назад у нас был такой, знаете, сбор, но были такой, знаете, костяк людей. Это Амир, Айрат, Марат у нас еще был такой трубач и Данил. И вот как-то раз они решили выйти, по-моему, в парк Горького, да, если не ошибаюсь? Просто решили, знаете, так, заработать небольшую денежку на хлеб, так скажем. И, ну, вот так вот и собралась группа. Собирались мы на базе консерватории. И так вот и играли, и потихоньку-полегоньку разрослись вот до такого состава. На самом деле, все как-то, вот, знаете, по нарастающей шло. Потому что каждый раз, каждый новый человек приходит в группу, и мы ему находим место. Но сейчас уже у нас состав максимально скомплектован, и уже как-то не больше, не меньше, так скажем. Ну что ж, давайте еще следующий вопрос, по-моему. Привет, парни. Видела ваши видео в Инстаграме, карантинной версии. Как создавались эти шедевры? О, на самом деле, по поводу этих шедевров, интересная история. Ну, естественно, когда начался карантин, мы перестали репетировать, потому что нельзя было собираться вообще где-то в каких-то помещениях. И просто как-то увидели, по-моему, группа «Мумитроль», они создали вот такую, значит, карантинную версию, видеоколлаж, так скажем, и после этого мы решили тоже попробовать что-то в этом стиле. Ну, потихоньку-полегоньку получилось что-то, как скажем, есть даже новые произведения, есть такие произведения, которые у нас в принципе в репертуаре нету, делали даже какие-то определенные фиты с некоторыми вокалистами.
И следующий вопрос. Некоторые из них умеют делать трюки. Как они это все успевают? Ага. Ребят, ну давайте, кто из вас умеет делать трюки? У нас кто-то делает трюки? Ну да, на самом деле, небольшой спойлер. В одном из произведений у нас будет офигенный трюк. Там будет даже... Ну, будет место похлопать, потому что действительно это очень удивительно, как ребята успевают даже и заниматься какой-то акробатикой. Вот. Ну что ж, наверное, мы пойдем дальше. Следующее произведение, его можно даже попеть. Оно замечательного. Да, конечно. Мне тут подсказывает, надо сказать спасибо большое информационным нашим партнерам. Это, конечно же, Русское радио. Им огромное спасибо за то, что транслируете нас также в Инстаграме. И, естественно, Дума молодежи, в котором мы сегодня проводим этот замечательный концерт на этой замечательной сцене. Конечно же, большое спасибо. Следующая песня, как я уже сказал, она, так скажем, в ней можно просто попеть и разгуляться на душе. Ну что ж, поехали, друзья. Называется она «Летящей походкой». Зашла как заря. И подпеваем. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Пеленей января. Еще раз и вместе. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Давайте. Я вспоминаю тебя, вспоминаю. Но радость шальная зашла как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Не-не-не, я говоря. Еще раз вместе. Ты вышла из мая и скрылась из глаз. Спасибо большое, я надеюсь, вы подпевали также. Нам очень приятно, что вы подключились к нашей трансляции. Напоминаю, что если кто-то тут подключился только что, с вами духовая банда Jazz Brass. Всем большое спасибо, что подключились. Ну что, следующая песня. Надо произвести небольшую рокировочку. Я с Максимом поменяемся инструментами. Я надеюсь, вы немножечко подождетесь. Mm-hmm.
Спасибо большое. Вот такая небольшая рокировочка. Я надеюсь, хуже от этого не стало. Ну что ж, по-моему, мне подсказывают, что можно даже поотвечать на вопросики. Итак, сколько времени уходит у вас на изучение новых композиций? Ну что ж, ну на самом деле, можно всю жизнь учить одну и ту же композицию и так и не выучить ее. Ну а нас так, ну примерно, наверное, от пары часов до нескольких месяцев. Бывает и такое, потому что все зависит от аранжировки, насколько она сложная или насколько она проста. Поэтому как-то большой разброс между временем. Следующий вопрос. Вы сами ставите себе движения и трюки. Но на самом деле есть какие-то движения, которые мы сами ставим, есть какие-то движения, у которых мы берем, заимствуем эти движения. И также хотелось бы огромное спасибо сказать нашему хореографу, это Аделина. Если ты нас смотришь, тебе большой привет от нас. Можно даже поаплодировать, ребят, вы что? Ну что ж, спасибо тебе большое, Аделина. Это наш хореограф, который ставит нам хореографию, так скажем. Поэтому я надеюсь, скоро вы все это увидите вживую. Но сегодня, к сожалению, только наше движение. Ну, следующее произведение. Седьмое, да, уже в нашем списке. Дмитрию, какому Дмитрию? Дядь Дим, привет, говорят. На самом деле, друзья, очень так некомфортно, когда я не вижу, с кем я общаюсь, поэтому вы, ну,
Я надеюсь, вы нас поддержите и аплодируете нам. Ребята тут шквал вопросов каких-то задают. Следующее произведение, оно называется «Funky Town», очень известной группы «Lucky Chops». Мы его как-то взяли себе в оборот, и поэтому мы с ним уже больше не расстаемся. Поехали.
Вот так вот. На самом деле, друзья, спасибо вам огромное. И давайте отдельное спасибо и похлопаем ребятам Амиру и Максиму. Кстати, а что же мне никто не говорит, что мы даже не познакомились? Красавцы, ребят. Ну что ж, давайте, мне кажется, пора с нами даже познакомиться. Да, я вижу, конечно же. Мне даже подсказывают, что у нас есть некоторые вопросы. Но давайте я сначала познакомлюсь с ребятами, точнее, познакомлю вас с нашими ребятами. Начнем, наверное, с нашего руководителя, это можно так сказать, мы его называем начальник. Это наш Амир. Играет он на замечательном инструменте под названием тромбон. Амир Ибрагимов, можно похлопать. Отлично. Следующий идет Айрат. Айрат наш тоже идейный вдохновитель, так скажем, почти. Он один из первых инструменталистов группы Jazz Brass. Айрат играет на трубе, можно поаплодировать, Айрат. Красавчик. Также на трубе у нас играет самый опытный персонаж нашей банды духовой. Это Марат. Марат Бабаев. Кстати, хочу подчеркнуть, Марат является первой трубой татарского государственного филармонического оркестра. За это можно отдельные аплодисменты. Да, джазового, конечно же. Следующий идет на очереди у нас Антон. Антон — это радость нашего коллектива и улыбки. Конечно, Антон, поклонись. И Антона можно, на самом деле, тоже скоро уже поздравить. Буквально через несколько дней Антон впервые станет отцом. Это достойно отдельных аплодисментов. Ты молодец, Антон, заработал. Постарался. Следующий — это наши усы нашего коллектива. Это Максим, конечно же. Максим играет и на тенор-саксофоне, и на баритон-саксофоне. За это можно отдельные аплодисменты. А, кстати, еще, конечно же, на кларнете. Это его основной инструмент. Следующий — это Данил. Данил Трифонов. Ну-ка. Это мозги нашего коллектива. Ну и также он играет на инструменте под названием туба. Его даже иногда называют лепреконцем. Ну что, Данил, ну поклонись, люди ждут. Красавчик, красавчик. Также ритм-секцию у нас возглавляет наш звукорежиссер по совместительству также гитарист нашего коллектива. Это Сергей Мистер Икс. Говорят его. Красавчик. И замыкает нашу ритм-секцию просто самый главный двигатель нашего коллектива. Это Егор Филиппов. Можно отдельные аплодисменты. Можно даже ударить, наверное, его иногда. Ну что ж, и, конечно же, ваш покорный слуга Генри Мучачо. Вот так вот. Отлично. Ну что ж, можно, наверное, перейти к вопросам. Сейчас поспрашивают, да уже, наверное, я не знаю, наверное, много вопросов. Ну что ж, поехали. С какой самой крутой знаменитостью вы играли на одном концерте? Амир, напомнишь? Одна из них, конечно же, Альбина Кармышева. Мы очень уважаем ее как артиста и как человека. Кстати, да, у нас был как-то концерт, мы выступали на разогреве замечательной группы под названием «Каста». Это был День города Иннополиса, если не ошибаюсь. «Спицы», кстати, тоже у «Пиццы» на разогреве играли. И еще, если не ошибаюсь, дискотека «Авария» была, да, по-моему, да, в Альметьевске? Да, еще, конечно же, дискотека «Авария». Ну, в принципе... да, Амир подсказывает, это не мы у них играли на разогреве, это они у нас играли на разогреве. Конечно же, после нас. Кстати, на каких площадках вы еще не были? Ну, олимпийские хотелось бы захватить, конечно. В олимпийском мы еще не были. Ну, к сожалению, мы уже не успели, по-моему, олимпийский закрылся. Также я напоминаю, кто только что подключился к нашему прямому эфиру, который ведется на канале «База ДМ». YouTube-канал. И также по совместительству в Инстаграме у нас ведется прямой эфир на канале «Русское радио Казан», если не ошибаюсь. Также хотелось бы отдельное спасибо сказать, конечно же, Дому молодежи, где мы сейчас находимся, и объединению подросток, с которым мы очень тесно сотрудничаем всегда. Также информационным нашим партнерам — это «Русское радио». И чуть не забыл сказать, благодаря кому вообще сейчас происходит эта вся трансляция, конечно же, это компания «Интервид».
Очень профессиональные ребята. Все помогли, все подключили. Спасибо вам большое, огромное. Спасибо. Ну что ж, дальше еще давайте, наверное, один вопросик. Вау, вся семья танцует. А, да, спасибо, я понял, чья это семья, конечно же. Вы себя точно мышцы накачали, занимаетесь ли вы спортом, пробежки, тренировки? Да, мы с января начали очень активно заниматься спортом, как сказать, для красивой картинки, как минимум, ну, естественно, для себя. Но, к сожалению, с этой всей ситуацией коронавирусной опять начали, конечно же, наедаться, очень много есть, часто дома сидеть. Но, тем не менее, иногда, когда Амир выходит за хлебушком, он проходит мимо какой-нибудь спортивной площадочки и минут пять посвящает спорту, конечно же. Ну что ж, давайте продолжим, наверное, дальше. На следующий вопрос я еще отвечу. Следующая песня замечательной группы Daft Punk, если не ошибаюсь. Песня называется «Get Lucky». One up on that to get lucky. One up on that to get lucky. Ладоши побывают вместе с нами. Ра! One up on that to get lucky. 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 Вот так вот, спасибо большое. Действительно, очень тяжело, когда нет ни зрителей, какой-то энергетики, но мы стараемся заполнить этот прекрасный зал своей же энергетикой, чтобы она нам вернулась. Спасибо вам большое. Я надеюсь, по ту сторону экрана вы все нам хлопаете. Мне подсказывают, есть очень много вопросов, я думаю, на них можно ответить. Ну что ж, так, огонь, ребята, спасибо вам большое, ребята, вы огонь. Отлично, да? Вот такая вот реакция. По историям в Инстаграме понятно, что вы очень часто бываете на выездах. Были ли какие-нибудь интересные, смешные случаи в поездках? На самом деле, таких историй очень много. Ну вот первая, которая происходит, наверное, одна из последних. Один из последних выездов или одна из последних очень интересных историй, она произошла, если не ошибаюсь, 25 декабря в городе Ульяновск. Да? Да, Марат до сих пор с болью вспоминает этот день. Ну, в общем, мы приехали на объект, уже отработали, то есть отыграли. И после уже выступления мы решили покушать и дальше уже двигаться в Казань. Мы решили, значит, стартуем в какую-то кафешку. И примерно буквально через 2 минуты происходит авария. Такое происходит действительно. Вот, ну, в сказке расскажешь, не поверит. Действительно, что Марат...
Говорят, как жизнь, смоделируем ситуацию. Действительно, я ехал впереди, нас было 3 машины. Я ехал впереди, Марат ехал за мной, получается, на своей машине. И также Серега 3-м номером ехал за нами. И в какой-то момент я остановился на перекрестке, и просто происходит удар. Очень сильный, да, достаточно, что нас подтолкнуло. И я выхожу, я удивляюсь, что произошло. Оказывается, это Марат, и я такой... Ну, как бы, что еще поделаешь? Тут уже, ну, действительно, все произошло, что произошло, то произошло, как говорится. Все, что не делается, все к лучшему. Поэтому мы не стали никого вызывать, просто между собой договорились и просто решили дальше уже разъехаться и ехать в Казань. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. На этом все, вопросов больше не будет. Все, спасибо, жгите. Ну что ж, продолжаем дальше. Следующее произведение тоже также группы Lucky Chops. Это такая небольшая, знаете, микс из нескольких песен. Я надеюсь, вы узнаете их. Поехали. Прекрасный зимний вечер.
духовая банда. Just Brass. Можно Так вот, спасибо. Даже организаторы, по-моему, начали хлопать. Нам очень приятно. Ну что ж, хочу еще раз выразить огромную благодарность этому замечательному залу Дома молодежи и также объединению подросток, с которым мы очень тесно в последнее время контактируем и сотрудничаем. Также хотелось бы выразить огромную благодарность нашим информационным партнерам. Это Русское радио и нашему медиа, так что представителю, это компания Intervit, которая помогает нам делать эти самые... Да-да-да, я вижу, что вы машете. Спасибо вам большое. Эти самые трансляции, они нам также помогают делать. Напоминаю, что кроме Ютуба также идет трансляция на канале Русского радио «Казан». Я надеюсь, вы нас видите. Да, я вас вижу, отлично. Ну что ж, по-моему, последняя, да, песня у нас уже? Да. Последняя песня, и после этого, да, финалочка, так скажем, после этого, я думаю, можно уже, в принципе, закругляться. Ну что ж, поехали. Я надеюсь, вы узнали песню, и вы будете нам подпевать. Yeah, I like to move Погнали! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to? Дорогие друзья, кто знает итальянский, могут подпевать. Также всем остальным ребятам, которые сегодня делали ваш вечер немножечко краше. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что с вами была духовая банда Just Brass. Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам это очень нравится. Yeah.
Итак, дорогие друзья, убедительная просьба. Уберите детей от экрана. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Еще раз и вместе. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Еще. Satisfaction. Еще. Satisfaction. Еще. Yeah. Ну а теперь точно убираем горячо. Спасибо большое. Ну что ж, хотелось бы на правах рекламы также сказать, что у нас есть страничка в Инстаграме. Вы можете на нее подписываться, ставить нам лайки, комментарии. Нам это очень сильно нравится. Ну что ж, ребят, устали или нет? Устали? Подождите, кто-то в зале, по-моему, просит еще. Какое время, куда ты спешишь? На следующий заказ, которого нету. Точно еще? Серьезно? Антон, выйди, пожалуйста, оттуда. Антон, вернись. Это провокация. Друзья, вам серьезно надо еще? По-моему, я слышу даже через телефон. Ну давайте так, все вместе. Еще! Как это нелепо смотрится. Ну что ж, мы продолжим. We'll be right back.
будет небольшая разгоночка. Я надеюсь, все смотрели шоу танцы. Команда Микеля, первый сезон. Ножки на ширине плеч и делаем, как мы. Oh, God, yeah. Вот. 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 Всем спасибо большое, я надеюсь, вам очень понравилось. Ну, а с вами была духовая банда Jazz Brass. Давайте все вместе выходим. Ребят, давай. Нам было очень приятно, друзья. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что аплодировали нам. Это очень приятно. На этом наша трансляция заканчивается. За это огромное спасибо компании Интервид и каналу, YouTube-каналу База DM. Спасибо вам большое, друзья. Всего хорошего.